Вот сейчас смотрите, с образованием, что у нас происходит, да? Я извиняюсь за такое прям вот наболело у меня прям вот честно, сильно наболело. Образование же вымещается. Вот сегодня в первый класс очень много детей пошли, в Бишкек 16 тысяч, да? В школах по 60, по 65 человек в классе сидят, представляете? Да. Учебников нет. При этом с родителей говорят, давайте деньги там в фонд какой-нибудь, там взносы, еще что-то. Люди видят, что образование в то время не развивается, но деньги доят постоянно и регулярно. В беднейших семьях к чему это может привести? Найдется всегда такая школа, которая скажет, слушайте, у нас все бесплатно, еда есть, ни за что платить не надо. Ну просто мы тут иногда про Бога говорим, еще что-то. Я не против религии, я сам верующий человек, но мы не знаем, какие фантазии могут нарисовать детям в тех или иных школах.